Привет, с вами Людмила Семененко. Продолжаю реалити «Худею после 50 до идеального веса». От 62 примерно килограммов до примерно 57. Это верхний и нижний предел. 5 килограммов. Ну, посмотрим, насколько это действительно легко у меня получится. Судя по названию канала, вы понимаете, что я стараюсь все-таки без лишних заморочек худеть. А что это значит? От ближайших видео, начиная с сегодняшнего, я вам расскажу свою формулу похудения без заморочек. То есть это когда не нужно считать, не нужно взвешивать, не нужно комбинировать продукты. То есть все это, конечно, можно делать. И может быть даже это как-то поможет быстрее похудеть и как-то там супер здоровее быть. Не знаю, биохакингом я не занимаюсь. Я просто живу свое удовольствие. И вот первая формула. Первая часть формулы похудения без заморочек, которой я пользуюсь всегда, это та-дам, максимальное разнообразие в питании. Вот как раз недавно в одном из предыдущих постов я про это подробно писала. А зачем и почему это нужно? Прежде всего для того, чтобы при малом количестве еды ваш организм получал все необходимое, и вам не нужно было добирать чем-нибудь вкусненьким, сладеньким и так далее. То есть вы этого не хотели бы. Представляете, как было бы классно? А вот это прежде всего обеспечивает разнообразие в питании. Потому что чем больше разных продуктов на вашу тарелку попадает, тем больше необходимых элементов для своего организма вы получаете. Ну, естественно, если это разные всякие конфеты, печеньки, вы получаете одно и то же. Там мука, яйца, сахар, все. Какие-то ароматизаторы. Поэтому речь идет о продуктах первоисточниках, то есть там мясо, рыба, всякие бобовые, крупы и так далее, так далее, так далее, фрукты, овощи. То есть разнообразие максимальное. Это первая формула похудения без заморочек. Вторая часть формулы будет завтра. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались, оставайтесь на связи и узнаем еще много чего интересного про себя и про легкое похудение. Отличного дня, до завтра!